Жители Украины отреагировали на решение властей заблокировать несколько российских сайтов. Мнение украинцев разделилось. Ведь под действие санкций попадают не только социальные сети и поисковики, но и создатели антивирусов и словарей, а также ряд российских телеканалов. Новый закон рискует обернуться огромными убытками для интернет-провайдеров и потребителей, и потери рабочих мест для многих людей. Петр Порошенко накануне подписал указ о расширении экономических санкций в отношении Москвы. Он предполагает блокировку крупнейших российских сайтов, часть из которых входит в десятку самых популярных на Украине. Под запрет попали сервисы Яндекс и Mail.ru Group. А это значит, что страна останется без социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины сообщил, что эти сети использовались для незаконного сбора данных российскими спецслужбами. Часть украинцев это решение поддержали, другие выступают против. Я социальными сетями пользуюсь, я считаю, что они необходимы. Вот, они настраивают молодежь против себя в основном.